Скажите, а какие у вас ассоциации с пятницы 13-го? Вы знаете, если себя не накручивают, в жизни все получается очень хорошо. Пускай будет себе и 13-е в пятницу. Ни в какие не верю. Нет, вы знаете, наши пассажиры, видно, очень современные. Мы, как билетные кассиры, мы как-то всегда стараемся предупредить человека, что вот у вас 13-е место. Может быть, мало ли люди едут. В таком плане очень мало отказываются. Даже люди говорят, что ой, а оно счастливое у нас, давайте, пускай будет. Поэтому отказов у нас практически нету. То, что вот 13-е место несчастливое. Пятница – это последний рабочий день. Поэтому особенно студенты всегда добираются домой, а им домой очень хочется, поэтому они не смотрят, это пятница 13-е или пятница другое число. Они возвращаются, каждый едет по своим делам. Может быть, если кто-то планирует заранее, может быть, они и отказываются от такой поездки. Но если человек собрался, он не будет смотреть на то, что пятница 13-е. Или будут какие приметы пятницы 13-го? Нет, ни в какие. Может, были какие-то события, связанные с этим днем такие? Хорошие оценки получали. Пятница 13-го? Именно в этот день. А завтрашний день вы имеете в виду? Это день апостола, это Андрея Первозванного, этот завтрашний. Церковь наша тоже взыскание погибших праздник, вот это празднует. Бывают суеверные клиенты, но в основном такие неприхотливые. Один был такой случай, какой-то мужчина сказал, что я не люблю 13-й день, дайте мне какой-нибудь другой номер. Ну, а число 13-е, ну, каждый по-разному воспринимает. Кто говорит, что это что-то какое-то магическое число, а кто как-то даже и не замечает этого. Вот я даже часто работаю именно в пятницу 13-го. Но у меня вроде бы, слава богу, ничего, все стало нормально. Да нет, это обычный день. Не было, чтобы что-то случалось не так, как хотелось? Да нет, ничего особенного. Боитесь ли такого дня? Нет, я ничего не боюсь, я абсолютно счастлива. Счастлива, что жива, счастлива, что вижу солнышко. Пятница 13-е – обычный день в календаре для лунинчан. Никакие приметы никто не верит. Ольга Соц, Илья Гурков, Медиаполисия, Бай.